Оп. Дан старт. Сбоила дилогия. Что-то пустил пив. Тачку допустила дилогия. Съехала на внутреннюю дорожку. Первая четверть за пластидом. Сколько? 30,3 секунды. На второй позиции Белгород. Дисквалифицирована дилогия, а впереди пластид. На второй позиции Белград. 31,8 секунды, вторая отметка дистанции за пластидом. На второй позиции Белград. А в правом повороте пластид. Подходит к отметке третьей четверти. Тридцать пять секунд ровно третья отметка дистанции. Неправильным ходом проходит дистанцию Белгород. От отметки очередной четверти подходит пластид. 36,30. Вот видите, какова интрига приза. Или практически все участники, кроме ведущего, бег пластида. Очень сложный вид, рысь под седлом, должен быть баланс всадника и лошади, лошадь на устойчивом, правильном ходу. Оп! Все равно 38,2 секунды, очередная четверть дистанции. Наездник второй категории Мария Волкова на пластиде. И в отличном стиле финиширует победитель приза спортивный. Внимание, финиш! 33,2, 3,25,1. 3,25,1.